Жители Калмыкии могут отдохнуть и оздоровиться на курортах Крыма. Республика Крым уже готова предоставить все возможности для достойного отдыха и оздоровления. Об этом рассказали гости из полуострова, которые в эти дни находятся в республике. В рамках визита пройдет встреча с бизнес-сообществом и профсоюзными работниками. У крымчан и у калмыков есть общие интересы в рамках развития малого и среднего бизнеса. Вторым вопросом мы предлагаем на сегодняшний момент такую программу серьезную, которую проработали уже в течение вот нескольких лет, мы прорабатывали. Это специальная программа по оздоровлению и лечению не только представителей и работников предприятий, вообще жителей Республики Калмыкия. Крым уникальный регион, и недавно, наверняка вы знаете, Крым в очередной раз заслужил номер один, как в прошлом лучшая всесоюзная, теперь всероссийская здравница, поэтому подготовлен ряд программ, которые мы будем презентовать в течение нашей рабочей командировки. Мы подготовили также специальную программу для сотрудников предприятий, это трансфер с современным комфортабельным автобусом. Порядка 50 человек, который прямо из Элисты или из любого города Калмыкии может приехать в тот или иной санаторий. В Крыму прекрасная санаторно-курортная база. В Алуште, Ялте, Саках и Евпатории действуют сотни здравниц, предлагающих все виды услуг. Природные вулканические грязи, минеральные воды. Здесь можно лечить органы дыхания, сердечно-сосудистую, нервную систему. У нас есть такие программы, как опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, программа «Верхние дыхательные пути». Это такие основные блоки, по которым мы специализируемся. Есть вспомогательные блоки, как программа «Дестресс», повышение иммунитета, пищеварение, да, в общем, много программ. И каждый гость, который приезжает к нам на лечение, может выбрать одну из программ, и уже врач расписывает лечение. Пляжи у нас оборудованы как теневой, шезлонгами для максимального комфорта гостей. И немаловажный момент, что гости Республики Калмыкия могут приезжать к нам круглый год. У нас работает и детская и взрослая анимация, могут приезжать с детьми и проходить лечение либо оздоровление. Сотрудничество между двумя республиками позволит разработать план совместных мероприятий по развитию туризма, активного использования природного культурного потенциала двух регионов. Вот я несколько групп наших членов профсоюза уже вывозила и в 2014 году, и в 2015, 2017, 2019 году. Но в связи с тем, что вот эта пандемия, ковид, карантин и так далее, желающих много, но не было возможности нам поехать. Сейчас вот формирую наш актив профсоюзный и хочу как-то организовать поездку для нашего актива профсоюза коммунальщиков. Те члены профсоюза, которые ездили со мной несколько лет назад, они до сих пор с таким, можно сказать, благоговением вспоминают те поездки с радостью и такие добрые воспоминания об этих поездках.